будет. Тихо! Тихо! Я ушла просто под воду. Милана, смойся! Всем привет, и вы на канале Family Box. И сегодня я, Милана Филимонова, Vixis Ox и Таисия Скоморохова приготовим для вас очень крутой челлендж. Этот челлендж уже многие снимали не только у нас в России, но и за рубежом. Вот, и мы наконец-то тоже решили снять челлендж скибиди туалеты. А для того, чтобы мы стали скибиди туалетами, нам нужны туалеты. Погнали! Ну что, мы готовы? Шкры-шкибиди-доп-доп-доп, yes, yes! Шкибиди-доп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 
водяной, я водяной. А если серьезно, то мы будем выполнять разные задания и челленджи на скорость. И кто из нас выиграет, тот молодец, и тот получит приз. А это приятно. Итак, сегодня я буду давать задание девчонкам для того, чтобы они сделали это на скорость. Мы будем по очереди выполнять одно и то же задание и ставить при этом таймер. Кто справится со всеми заданиями быстрее, тот получит приз. Первое задание, которое мы будем выполнять, это нужно будет взять зубами ложку и переложить все три конфеты с одной кружечки в другую. Вот кто с этим быстрее всего справится и лучше всего, тот и победит. Упала конфета, минус конфета, значит. Ну, будем смотреть, у кого лучше получится. Но здесь все не так просто. Я сегодня тоже камерамен. Два, три, старт. Мимо. Все пропало. Раз. Итак, две конфеты у нас положено. 22 секунды. Милана сделала две конфеты. Давайте посмотрим, за какой срок это сделает Тася. Раз, два, три, погнали. Так, есть. Чего? Не может быть. Отлично. Роняй, роняй. Вау, ничего себе. 10 секунд, и Тася это сделала за 10 секунд. Сейчас мы узнаем, за сколько это сделает Виксис. Это неудобно, братья. Вообще ни капельки. Так, держи свою ложку. Раз, два, три, погнали. Отлично. Опа, молодец. Давай. Отлично. Три конфеты. Время 29 секунд. Второе место нас не волнует, потому что главное это первое место. И один балл у нас получает Тася. Мы переходим к следующему этапу. Короче, следующий наш челлендж, следующий этап, это всего лишь навсего примеры на скорость. Дельта, альфа, альфа, штрих, дельта, бета, бета, штрих. И мы сейчас засекаем таймер для того, чтобы понять, как быстро Милана решит примеры. Тут надо не только быстро. Помогите. Итак, я секундомер нажала. Да, стой, богат. Милана, первый пример. 43 минус 17. Что? 43 минус 17. Ну, это будет 23? Нет. 33? Нет. Не знаю. Ну, скажи, сколько будет. Ну, не 23, не 33. В смысле, я тебе скажу? 30 с чем-то, да? Ну, нет. 20 с чем-то. Ну да. Так, 20. Как все там? А у меня нет ответов. У меня нет ответов здесь. Это лол вообще. Это ОНГ просто. Фейспалм слою. Сейчас 43 минус 17. Да, 43 минус 17. Ну давай. 43 минус 17. 33 минус 7. Так, 23 минус 7 будет. Если честно, я не знаю, но будет 26. Вот, отлично. Первый пример, поехали. Следующий пример. 103 плюс 16. 103 плюс 16? А, ну это легко, это будет, если честно, это будет 119. Супер, отлично, 4 на 8 умножение. Что? 8 на 4. Не знаю. Оставьте меня в покое. Ну, смотрите,
8 на 10 будет 80. Получается, что 8 минус это будет... У нас получается, что это будет 76. И 76 будет 72. В смысле? 8 на 4 же. 8 Чего? 4. 8 на 4. И в этот момент мама такая... Так... 32. Ура! Третий пример решен. Мы отправляемся к четвертому. 67 умножить на 2. Ну, это просто 67 плюс 67. А, 67 плюс 67, это будет... Твой лак для ногтей стоит 67, а блеск для губ стоит еще 67. Сколько тебе нужно денег, чтобы мам, купить? 60 плюс 60 – это легко. Так? Это будет 120. Да. 120 плюс 7 – 77, да? Да. А 77 – это легко тоже. Это будет сейчас 13? А, 14. И 14 плюс 67 будет… 14 плюс 120. Будет 134. Ура! Есть еще один пример. И последний, Милана, 98 минус 13. 98 минус 13? А, ну это еще легко, нет. Это будет... Что? Да, говори, быстрее. Это 85. Отлично, все правильно. У тебя 3 минуты и 19 секунд. Вот почему мне 2 за математику. Тася, 57 минус 19. 18 плюс 19. Ой, это легко. 18 okay. плюс 15. 8 плюс 5. Это вообще легко, блин. Это будет 13. Ну, в первом смысле 13. Милана, молчишь? Милана, смойся. Я тоже. Смойся. А, 33. Ура, второй пример мы решили. 7 на 8. 7 на 8, 56. Супер. 131 минус 18. Молодец, Милана, спасибо! Значит, я правильно, значит, ты мне помогла. Ты балбес. 34 умножить на 3. Ой, я никогда в жизни не решила. Сейчас, это легче, по крайней мере. 34 умножить на 3? Да. 12, так, 3 на 4. И в этот момент 3 у на всех 3. В студии в глазах сейчас идут вот эти 3. Вот все. 6. Все пытаются решить. 70. Сейчас. 90. Нет? Сейчас. У нас начинается гадание на гуси. Сто два. А, 102. Ура! Итак, 3 минуты 54 секунды. Это был самый позор. Я меньше. Ты меньше решала. Саша, 74 минус 38. Обожаю, когда надо отнимать цифры меньше в большую. Двадцать с чем-то, да? Нет. Нет? Нет. Нет. 30 с чем-то? Да. Да? 34? Нет. 35? Нет. 36? 36! И мы угадали, они решили этот пример. Итак, идем дальше. 69 плюс 22. Да почему это не легкие? Да блин, реально, даже я это могла бы решить. И я нахожу этому все больше подтверждений. Девяносто один. Переходим к третьему примеру. 9 на 7. Ой, это легко! Мама! Подождите. Стоп, тихо! То есть ваши примеры с умножением были не такие же, да? Нет! 63! 63, все правильно. 174 минус 28. Я буду тебя сбивать! Ура!
Там было 76 минут 22. Итак, мы угадали четвертый пример. 146. Последний, пятый пример у Саши. 87 умножить на 2. Сейчас. Тихо! Тихо! 7 чисел. Сейчас. 84? Да, все правильно. Что? Сколько? 2 минуты 55 секунд. Саша побеждает в этом раунде. Ничего себе, я умная, скажу. Следующее наше задание будет достаточно интересным. В рот каждому участнику я буду складывать ложечкой, чистой ложечкой, виноград. Они своим ртом должны плюнуть этот виноград так, чтобы он попал в миску. Естественно, мы будем считать скорость и количество виноградинок, которые попали в миску. Фу! У меня не получилось. Мам, что, это заменяй. Нет, я его тебе сейчас в рот положу. Спасите, помогите! Тут 5 виноградинок. Итак, начинаем. И... Молодец! Ну, мам, давай быстрей! Быстрей, быстрей. Обнова через 2 минуты. Так себе. Отлично. Мам! За 18 секунд у Миланы 4 винограда. Поехали! И... Оп. Поздравляю, Тася. Я, да. И погнали. Сейчас тебе заменим. Вряд ли это как-то повлияет на ход событий, поэтому... Я выиграла! Ну все, 1-1, сейчас честно. Сейчас у нас 3 этапа, и у каждого участника по 1 баллу. Переходим к следующим. Сейчас каждый из участников по очереди будет задувать все свечи. Нужно задуть сразу все. В общем, как только все потушены, стоп. И раз, два, три... Аккуратно волосы. Е-е-е! 12 секунд. Я чуть не задохнулась. Ура! Мы готовы проверять легкие Таси. И сейчас на счет. Раз, два, три. Так, так. Тапсы, что две, тапсы. Три, две. Три секунды. Ура! С днём рождения меня. Фига! Как? Ура! Я выиграла. Ладно, еще не выиграла. Итак, следующий участник проверяет свои легкие. Саша, давай. Начали. Ничего себе! 2 секунды. В общем, побеждает Саша! Ой, блин. Следующее задание будет не менее интересное, чем предыдущие. Вам нужно будет прочитать и выучить скороговорку. Тот, кто выучит и прочитает ее быстрее мама, всего... Мама, мама, подарила новость. Нет. Нет. Шли 40 мышей и 6 нашли грошей, а мыши, что поплоше, нашли по 2 гороша. Шли 40 мышей и 6 нашли грошей. А мыши, что плоше, нашли по 2 гроша. Шли 40 мышей, нашли грошей. А мыши, что поплоше, нашли 2 гроша. Шли 40 мышей, нашли 40 грошей. А мыши, что поплоше, нашли по 2 гроша. 1,5 минуты это заняло у Миланы. Теперь мы переходим к Тасе. Говорил попугай попугаю.
Я тебя попугай, отвечаю ему попугай. Попугай. Ладно, но я ж читаю так. Сейчас. Че, говорил попугай попугаю. Я тебя попугай попугай. Говорил попугай-попугаю, я тебя попугай-попугаю. Отвечает ему попугай-попугай-попугай. Все. Молодец. Два дровосека, два дроворуба на трех дворах дрова рубят. Так, два дровосека, два дроворуба на трех дворах дрова рубят. Так, сейчас. Два дровосека, два дроворуба на трех дворах дрова рубят. О, прекратите баловаться и мешать. Два дровосека, два дроворуба на трех дворах дрова рубят. Минута двадцать. Отлично, молодцы. Так, следующее задание будет не менее интересным и подвижным. Милана, ты носом будешь писать приветик, как делишки, на телефоне в моих заметках. Я готов. Раз, два, три. Погнали! Ну, только первые две буквы. Пре. Приветик, как делишки? Так там привет, а надо приветик. Ты недооцениваешь мою мощь. Привет, кук. Так, группа поддержки помогает, конечно же. Давай. Они добрые. Они обязательно нам помогут. Дайте мне играть. Будем материться. Не надо, пожалуйста, умоляю вас. Горит, как говорят, потом ее. Приветик, как делишки? Не надо? Нет, не надо. Приветик, как делишки, написала Милана за 1.5 минуты. Ты как это сделала? Я туда села. Я села. Тебя смыло? Вот так вот села. Я не увидела, куда я села. Капец. Я парам пописью тут. Парам. Пам-парам. Только носиком. Очень приятная история носиком. Да, с рукой нельзя. Не делай. Нельзя с рукой. Да, рукой нам пользуется. Нет, не пользуется, я смотрю. Я контролирую. Это очень смешное изображение на табло. Погнали со мной на руку. Все. Да. Написала? Ура! Ура! Ой-ой. Ой, не то. Да ё-моё! Я скибиди туалетов к скибиди туалету! Да почему Е? Да что это такое? О! А там привет! Ха-ха! Есть в этом еще определенная фишечка, она разобралась! Все. Приветик, как делишки? Ой, проверяем! Мам, подожди, в этом челлендже у нас побеждает не Виксис Окс, а Таисия Скоморохова. Таисия, ты большая умничка, ты просто молодец. Хоть и немножко тупенькая, но зато такая умничка, такая хорошая. Что? И, короче, мы тебе вручаем, то есть я вручаю тебе сумочку, которую мы делали на заказ. То есть ее больше нигде нету. И она будет, то есть, ну, твоя как бы, и все. И также там внутри есть... Обзор давай. Обзор. Oh my god, ball. Итак, капибара.
А что это, наклейка? Наклеечка. А, наклеечка капибара. О, еда! А я сам не поделюсь. Еда. Еще еда. С этим я тобой точно не поделюсь. Так, цепочка. О, my god, был цепочечка. Bye. Дальше масочка. И что это? Friendly. Wow, accessories. Wow. And very, very, very... Как ты? Cool. Нет, модный. Very, very good bag. Aesthetic. Aesthetic bag. Кубик room bag. Кубик room bag. Спасибо большое, мне очень приятно. Ура!